Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу с вами поделиться старым рецептом иорданского супа рашуф. Когда-то давно готовила сестра моего мужа этот суп. Я все записала, потом про него забыла. Вспомнила, когда на улице было холодно, лил дождь, и я сразу вспомнила за этот суп, так как готовят его в холодную погоду. Я буду готовить с чечевицей и рисом. Вместо риса можно использовать булгур. Стаканы, которые я использую в рецепте, по 150 мл, небольшие. Первым делом мы замочим рис в холодной воде и пока его отставим. Чечевицу надо предварительно проварить минут 10-15, потом эту воду слить. Теперь займемся джамидом. У меня джамид вот такой вот в картонной коробке, покупной из магазина. Кто не знает, что такое джамид, это иорданский продукт, ферментированный йогурт из овечьего молока. Но я думаю, уже в любой стране можно достать такой йогурт. Содержимое одной коробочки я заливаю 2 литрами воды. И теперь будем постоянно помешивать, пока не закипит. Вот джамид закипел, теперь мы его отставляем. Сейчас я натоплю на масле, обжарю 1 луковицу и 2 долек чеснока. Теперь в кастрюлю к луку я добавляю рис, который мы замачивали, мы его хорошо промыли. Теперь добавляем к луку и заливаю 2 стаканами воды. Сейчас добавлю специи, 1 чайную ложку зиры, также чуть-чуть молотого кардамона плюс кориандр, можно добавить черный перец и 2 штучек лаврового листика. Также не забываем посолить. Теперь мы рис отварим до полуготовности, накрывать его крышкой не нужно, где-то примерно 10 минут. Добавляем теперь сюда чечевицу. Как я уже говорила, что вместо риса можно использовать булгур мелкого помола или среднего. Булгур точно так же, как и рис. Замачиваем на 30 минут, потом отвариваем до полуготовности. Теперь добавляем сюда хумус, все хорошо перемешиваем и выливаем сюда джамид. Теперь хорошенько все перемешаем и будем варить примерно минут 25. Но вы пробуйте, главное, чтобы чечевица была разваренная, вкусная, мягкая. Вот такая вкуснятина у нас получилась. Такой суп отлично согревает в холодную погоду. Очень вкусный. Попробуйте.